В Омскую область возвращаются русские немцы. Это семьи, которые в 90-е уехали из России на историческую родину за лучшей жизнью, а теперь хотят назад. Александру Алексееву рассказали, почему. Это в Германии супруга Светланы звали Вальдемаром. В Сибири он просто Владимир. Владимир – этнический немец, Светлана – русская. Несколько лет назад Читакем переехала на историческую родину мужа, но обосноваться там так и не смогла. Я 24 года здесь прожил, в Казахстане. Высшее образование закончил, все. И когда туда приехал, началось поэтапно. Образование не признают, это не признают, все, переучиваться. Работа только как такая, можно сказать, как непрофессиональная, не по профессии. Что найдешь? Перебивались такими заработками. Сейчас Светлана учится в Омске на логопеда. В Германии работала в кафе официанткой. Трудности перевода преодолевала с помощью соотечественников. Очень много русских в нашем районе. И когда приходят русские обслуживать их, они тоже не могут объяснить, что им надо. Сразу зовут туда, вот этого, да, позвали, и ты их уже сам обслуживаешь. Чисто по-русски. Они разрешали не по-немецки разговаривать, а с ними по-русски. Все бы ничего, пока Владимир не захотел открыть в Германии собственное дело и реализовать давнюю мечту – построить дом с баней. Затея оказалась не по карману. Дом хочу, свой кусок земли, работать для себя. И на себя. Там не получалось, там только на кого-то. Тогда и решил, уж лучше в Сибирь, к теще. Сейчас вместе с детьми живут у родителей Светланы в деревне Круч, недалеко от Омска. Сюда, в Азовский немецкий национальный район, переселенцев из Германии с каждым годом возвращается все больше и больше. И дело не только в помощи со стороны местных властей в оплате аренды жилья и ускоренном оформлении российского гражданства. Я задаю вопрос, почему, в чем причина? 10 лет назад они уехали. У них нет проблем ни с языком, ни с, в общем-то, определением культуры немецкой, германской, как своей собственной. Тем не менее, они хотят вернуться. Отвечаю одно слово, я был поражен. Ностальгия. А свою давнюю мечту водитель-дальнобойщик с необычной для Сибири фамилией Кем почти реализовал. На его участке уже стоят два деревянных сруба – дома и бани. Александр Алексеев, Андрей Грабилин, 5-й канал.